Я приехала в один из самых больших музеев пинбола, чтобы поиграть на автоматах и встретиться с загадочным гостем. Это Fly — персональный летающий робот уникальной сферической формы, такого же размера и веса, как футбольный мяч. Во время кампании по сбору денег на Кикстартере его позиционировали как самый безопасный беспилотник, но он может претендовать и на титул самого милого. Что отличает Fly от других дронов, которые мы видели? У него один пропеллер, полностью закрытый пеноматериалом, что облегчает взаимодействие с ним человека. О нет, он сломан. Да, он был сломан. Но, к счастью, этот прототип состоит из легко заменимых деталей, напечатанных на 3D-принтере. Клей и скотч все исправят. И все же мы убедились в безопасном дизайне закрытого пропеллера этого дрона. Я не боялась, что он причинит мне травмы. Законченный робот будет сделан из более прочного пластика, а множество сенсоров, в том числе акселерометр, сонар и гироскоп, позволят ему летать автономно, получая команды через приложение в системах iOS и Android. Просто нажмите кнопку и выберите, какую задачу дать роботу. Сделать селфи или просто полетать. Вы его выключили.